Мария Калинина отдохнула в лагере «Заря» уже в третий раз. Каждый из них девушка состояла в организационном отряде. Чтобы научить детей из младших отрядов чему-то новому и сделать лето запоминающимся для каждого. В лагере завершилась профильная театральная смена «Весь мир – театр». Это тот отряд, который, собственно, создает всю смену, без которого бы ничто здесь не произошло, потому что именно мы организовываем все мероприятия и создаем настроение для всего лагеря. В самом орготряде царит особая атмосфера, я сама учусь очень многому. Профильная театральная смена выдалась богатой на творческие мероприятия. С мастер-классами и тренингами приезжали актеры из театров и участники Лиги КВН. Закрытие смены получилось не менее креативным. Дети провели традиционную акцию «Благодарю», во время которой в творческой форме выразили признательность сотрудникам лагеря. Конечно же, мы должны быть благодарны тем, кто создает уют, кто нас сохраняет, кто кормит детей, кто следит за их здоровьем. Поэтому дети с радостью это делают. Ну и это, конечно же, в целях воспитания, потому что дети должны уметь говорить спасибо и понимать, что все это не из воздуха берется, а, конечно, кем-то это создается. Мне запомнились буквально каждое событие. Каждое событие было знаковым. Стартины, танцы, голос. Все было замечательно, все было ярко и красочно. Спасибо ребятам. Профильные смены проходят в лагере «Заря» каждый год. Этим летом лагерь откроет свои двери еще для двух заездов. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.